Похоже, надо лечиться. Синя, будешь моим отцом? Это папа был, а не хозяин. Папа был? Да. Фу, я думала, это нашел кабана. Аномалия. Бать, мне не сказали, что со мной будет кувыркаться здесь. Ничего страшного, со мной ты уже кувыркался. Ну, привет, мой Биг Тест. Ты, я вижу, уже проснулся. Батя, здорово! О, ты разговариваешь? Батя, у тебя все нормально. Неужели со мной разговаривает мой кабан? Походу, я поехал головой. Надо ехать в больницу. Я недавно из нее сбежал еще, так что... Возьми на ручки меня, батя. Ты видел, кстати, чего я добился? У меня есть друзья полицейские в городе. Ты сбегал от меня? Че ты от меня еще скрываешь? А мы куда едем? В больницу лечить тебя. И меня тоже. А меня тут что я сделал? А тебя за то, что ты разговариваешь. А есть такие прививки от разговоров? Машинка у вас, конечно, классная. Я на Феррари катался. Блин, как тебе повезло. А вот у меня машина даже получше всяких Феррари вот этих вот. В ней еще мой дед умер. Я его в ней похоронил, кстати, вот в этом мусоре, в бочке. Ты там говорил, у тебя друзья в Вентуре есть? Ну-ка это, ты если еще говоришь, чтобы они бочку не смотрели, а то нас там повяжут на некоторое время. Я кабан. Приют тебя посадят. Или обратно на ферму. Бать, как ты человеком стал? Я тоже хочу. Да, выпал когда-то, лет 40 назад. Нас не пускают. Открой дверь, у меня копыта. Стоять, не убегай, куда ты убегаешь? Сейчас мы тебе сделаем укольчик, и все будет хорошо. Ты что принес? Вот этому животному нужно сделать укол от бешенства. Помогите. На мордик надень. Ты где его поймал, такого кабана? Да у меня жил все это время, он что-то не разговаривал, тут заговорил. Кабан. У меня плохо, меня батя хочет кастрировать. Батя, тебе зачем укол? Вдруг ты меня заразил. Сюда. Я ночью пятачком водил. Киньте его. Ой, то есть поставьте нормально. Я не могу его поставить, он боится, лучше... А вот так. Мне страшно. Сейчас я в морду загляну. Держу, да. Сейчас в морду загляну. Мужчина, не лезьте в рот, я сейчас пукну. Не надо, а то мы тут все умрем. Так, вижу у кабанчика какой-то язык бешеный. Сейчас, короче, достану вакцинку. Да можно вырвать, я думаю. Не надо вырывать мне ничего. Зарядил, получается, дротик. Кто дротит? Не дротьте мне! Да не будет никто тебе дротить. Да ты, походу, тоже головой тронул. Так, ладно, короче, зарядил дротик, получается, в сайгу. Это моя мания. С вакциной. Аномалия. Бать, мне не сказали, что со мной будет кувыркаться здесь. Ничего страшного, со мной ты уже кувыркался. Все, кабанчик, у вас здоров. Не забывайте, только 2 дня вам нужно пить таблеточки еще. А у меня батя каждый день их пьет. Смотрите. Кабанчику, я к кабанчику уже обращаюсь. Вот, смотрите, вот эти таблеточки, получается, сейчас. Вот, пожалуйста, возьмите таблеточки. Оп, спасибо. Ну, буду с кабанчиком разговаривать. Да, тут занято, не нарушайте, пожалуйста, врачебную тайну. По таблеточке, вот. Жирное ему нельзя сейчас, пусть водичку пьет, побольше водички. Бать, почему он меня жирным обозвал? Да жирное нельзя кушать, слышишь? Вот то, что он говорящий стал, я так понимаю, это у меня с головой подождите. Что-то, видимо, а теперь мне надо что-то... Секунду. Можете ему тоже вставить что-нибудь? Так, ты там молчи вообще. Батя, беги, деньги считают. Угу. Стойте, да там немного, вы... Беги. То есть молодой человек, ну как... Батя! Пришли, то есть без денег сюда? Интересно, какого молодому человеку обращаться? Стойте. Согласен, батя, тебе 85. Что? Ну заплатите, я же помог. Ты меня в стенку пихнул, я... Лови он! Я летаю, я боком еду. Я кабан бежит, я в шоке. А ну-ка, стой. Ты падаешь? И снова падаешь? Тогда вставай и иди на Majestic Roleplay. Тебя здесь ждут крутые тачки. А еще крутое комьюнити, которое всегда тебе поможет. За кабаном! Для регистрации тебе нужно пройти по ссылке в описании. Жмякаешь скачать лаунчер, регистрируешься. И промокод LAMBA даст тебе 20 тысяч долларов и VIP-платину на 7 дней. LAMBA. Звучит, да? Уже богато. Бабки-то уже в кармане. Если ты все-таки не успел ввести промокод во время регистрации, /промо LAMBA. Встретимся на Majestic номер 5. Заходи. Буду ждать тебя. Зачем кабана сбили? А, кабан разговаривает, осуждаю. Ничего себе. Так нельзя. Волшебный так кабан, нельзя. Исполни мои три желания. Кабан. Кабанчик. Ты кабана. Знаю, расскажи им историю. Кабанчик. Где мой батя? Я батю потерял. Белом танце кружимся. Синя, будешь моим отцом? Отец.
Я упал. Отец, я упал. Дай руку пожму, пожалуйста. А что ты тут делаешь? Лес-то далеко. Да какой лес? У меня батя в машине. Удачи, кабанчик. Спасибо. Бать тебя отпустила? Да вроде, блин, не знаю, ну я тебя слышу и походу нет, не отпустила. Так, ну что ж, семье нужны деньги, значит, вот. Я работать, много работаю, я устал, мне нужен отпуск, теперь ты будешь работать. Знаешь, где ты будешь работать правильно? На военной базе. То есть кабана примут на военную базу? Ну, говорить ты умеешь, вроде, вот. Ну не поверят, значит, заставлю поверить. Бать, давай пустимся в горы, мы будем горными кабанами. Мы скорее там упадем в этих горах, чем кабанами станем горными. Но ты же можешь быть вместе со мной, слиться с природой, раздеться. Как ты любишь? Даже не знаю, последний раз я с твоей мамой это делал. То есть моя мама кабан? Похоже, да. Про маму было лишнее. Видимо, поэтому ты разговариваешь. Походу, это единственное, что тебе передалось. Бать, скажи, что мы станем бизнесменами. Мы станем бизнесменами с тобой, мы купим весь этот город. Да, мы будем богаты, все кабанихи будут... Кто это говно сюда поставил? Боже. Здравствуйте, можете вызвать начальника? Мне сказали, тут можно устроить кабана на подработку. Он в полном рабочем состоянии. Батя, здесь кормят? Да, здесь кормят. Очень хорошо кормят. Здорово, фермера. Я вчера ехал вместе с ним на машине. Здравствуйте, здравствуйте. Что хотели, мужички? Вот, денег заработать ему надо. Он в полном рабочем состоянии. Это чай кабан ваш? Все там, да. Можно погладить? Здравствуйте. Нет, нельзя, он кусается. Прививка от бешенства сделана уже. А можно я ему пендель? Только что, только что, прикинь. Не надо его бить. Мне только что вставили в больнице. Подожди. Кабан бомже, ничего не может, ничего не может, бомже. У тебя справки есть? Ну-ка хрюкни мне, если есть. Да, у него на все есть. Он разговаривать умеет еще. Он волну достал. Батя, меня в наручники повязали. А вы примите меня? Это твой фермер? Это мой батя. Батя? Где, собственно, второй родитель? У меня один батя. Второе, да. Он в бочке. Тихо, не рассказывай наш секрет семейный, не надо. Бать, все, уезжай, меня приняли на работу. Я теперь работаю. Да, все, можешь работать здесь теперь. Здравствуйте! Я разрешил. Кабан? Какой ножичек? Документы какой? Он у нас работает. Какой? Он у нас работает. У нас не работают кабаны. Работаю. Я его нанял. В чем проблема? Кабан... Охранник КПП. Выйди из моей машины. Один из серьезнейших сейчас охранников. Кабану нужно удостоверение показать. Он охранник на КПП. Не обязан, а кабанам показывать. Стринка. А его можно под хвост ему напихать? Да-да, не удивляйтесь! Не бейте того. Так, какой-то форт, прикиньте. Он с форта какого-то. Он с Андрес Натурал. Слышите, Натурал, пропускаем, иди. Тут женщина. Ой. Была. Женщину сбили. А вы будете меня защищать? На меня охота ведется. По штату. Сказали, меня найти надо. Кабан! Ну хорошо скажи же. Скажи, пожалуйста, почему человек потому что проник на территорию Форт Занкуна? Ё-май. Кто проник? Ты? Ты проник? Нет. Иди сюда. Ты проник. Кабан, тормози. А, не он? Динозавра проник. Он тут не работает. А, я пошел искать его. Я тебе трюфель дам. Мужчина, остановитесь. Вот он. Не-не-не, мужчина, остановитесь. Это папа был, а не хозяин. Папа был? Да. Нашел кабана, это мой кабан. Это не от кабана моего, ты че угораешь? Мне сказали, что теперь мой кабан. За кабана убью. Мой кабан. Молодой человек, все. Вы, это больше не ваш кабан, потому что вы меня обманули. Вы сказали, что у него есть все медсправки, а по итогу у него нет медсправок. Что вы говорил? Я такого не говорил. Это убийца кабана, он пришел убивать и делать из него ликвейс, не позволю. У меня тоже волына есть. Я его устроил за хлеб и воду. Все, кабан, пойдем. Кабан, не уходи. Ну, он красиво выглядит, мне нравятся люди в фартуках. Он тебя убьет. Ты чё, у него вкусно под фартуком пахнет, хочу. Куда кабана понес, еще угорает. Он весит полтонны, куда ты его на руки взял, ты че угораешь? Ой, запинач, не упал. Я на похудении так-то. А, ну тогда извини. А, я не кабан. Ну хотя. Меня кабан жрет. Сбивай кабана, сбивай кабана. Какой сбивай кабана? За что кабана? Разрежу кабана. Что вы сделали с моим кабаном? Это охранник КПП, колда кабан. До свидания, все, пока. Пан стреляется. Все нормально, пусть. Нормально, ничего страшного, все, уехали. Кто хочет стать кабаном, как я? Пошлите за мной. Вокруг бегаешь.
Ну вы за мной ходите, сейчас станете кабаном. Let's go. Let's go, в тачку, в тачку. Какое мясо? Ты кабаном станешь. Батя, я нашел нам друзей, пошли. Что-то твой батя не похож. Я на самокате. Как ты едешь? Я на скутер сел, батя. Я сейчас сделать тебя постараюсь. Хорош, давай. Батя, я еду. Полетели. Сейчас будет кабаний ритуал. Мы будете кабанами вместе с нами. Хорошо, я готов, только можно буду рогатым кабаном? Вообще, со скольки лет вы хотели стать кабаном? С рождения мечтаю. Ты там хвосту не холодно? Да не, нормально я. Собаки язык вытаскивают, как кабаны хвосты? Это писюн. Что-то хлипенький какой-то. Ты в деле не видел. От отца достался. Йуху! Батя! Ой, упали. Ну, вроде все живы, так что едем дальше. Гор уже есть. Сейчас ЗС-ка номер 6. Направляемся только там. Я обязательно это вставлю. С себя 50 тысяч долларов. Я пошутил! Кабаний скам! Заказывали? Ты кабан. Просто вот твоя задача сейчас погрузиться, стать кабаном. Жить как кабан, нюхать как кабан, пукать как кабан. Научишь? Сейчас всему научу. Ну что ж, мы дома. Пора проводить ритуал. Давайте, идите туда в круг. Я понаблюдаю здесь. Так что-то я не чувствую хвоста у себя. Наблюдаю. Какого хвоста? Такого же. Сейчас почувствуешь, залазь в грязь. Вон, в лужице падаете и надо это плескаться. Нам нужно искупаться в ней. Не, ну это лучше, чем должно было быть. Плескайся в грязи давай, ты должен стать свиньей. Ляму медведя подобрали, конечно. Опа, нихуя. Подожди, я увидел. Королевская битва кабанов, как вам? Главный приз быть главным блюдом на праздничном столе. У него автомат, батя. Теперь ты настоящий кабан. Какой нож? Нету никакого. На клык посадил. Сейчас я сломаю. Там так горцует по кругу. Слушай, нам тебя на гонки можно сдавать. Я найду выход, найду. Сейчас найду выход, по-любому есть. Похоже, надо лечиться. Все, кабан уехал, он поднялся. Какую калитку здесь ее нет? Все, это круг ада, пожизненный. Ты хотел стать кабаном, это жизнь кабана. Это он на меня доезжает, типа так, или что? Ну, он наездник. Я сейчас перееду. Не, давайте это, договоримся, вот вам три кусочка оленинки. Батя, когда у нас заказ на биг-тесте? Завтра. Хотите присоединиться? Хотите стать кабаном? Конечно. Залазьте внутрь. И обязательно хрюкать. Когда похрюкаете, вы превратитесь в кабана. Нет, лежать надо. Кабаний процесс. О! Братанчиков наших обижают, выезжаем. Это такая тусовка. Чё, когда она забив? Опа, за мной. Корову избивают. Не бейте корову! За что вы ее так? Женщины. Ну, я хочу. Ладно, извините. Строители, уроды, забыли калитку поставить. Ну, забыл сделать, что поделаешь. Это специально, чтобы вы не выбрались из круга кабанов. Я тебя накажу. Бочком раздаю. Пацаны, я машину добыл. Выпустите меня. Уезжаем, пацаны.